Всем доброе, добрейшее сиванское утро. У нас было утро раньше иярское, а сегодня у нас сиванское. Месяц Сиван у нас начался. Очень пока сейчас не собираются, расскажу интересный факт, который я узнал вчера. И я зачем его рассказываю? Чтобы запомнить. Он меня очень впечатлил. И когда ты хочешь что-то, вот ты находишь что-то интересное в Торе, в жизни, и хочешь это запомнить, то нужно его рассказать. Вот смотрите, очень интересная вещь. Первый месяц, сейчас, Яков, иди урок послушай. Первый месяц года, да, называется Нисан. Нисан и его, это был месяц исхода из Египта, его знак какой, вы помните наверняка, если мы смотрим месяц Нисан, то как раз приносили в жертву ягненка и... Ну, мы знаем, что вот этот ягненок, баран такой, да, маленький, он, значит, его приносили в жертву Песах, да, когда это было идол у египтян. Потом, значит, второй месяц года, вот мы сейчас его закончили, называется Ияр. И какой символ Ияра, кто помнит? Значит, уверен, что вы помните символ месяца Ияр, как раз это в месяце мая обычно бывает. Это телец, это бык такой, да, символ бык это... Царь домашних животных, это уже не ягненок, это уже тоже золотому тельцу поклонялись. То есть это символ такого животной природы мира, самое сильное. И месяц мы заступили, месяц Сиван. Какой символ месяца Сиван, кто помнит? Кто помнит, какой символ месяца Сиван? Или июня? Кто? Близнецы, правильно, близнецы, это очень интересно. Это первый, всего есть два в знаках зодиака, два символа, которые обозначают людей. Это близнецы и дева, что интересно. И близнецы, это идет по третий знак, да, третий знак, то есть уже человеческая природа. И что делает из животного человека? Тора, которая была дана в каком месяце? В Сиване. Как раз Тора была дана в Сиване, месяц близнецы. Но вместе с тем, как человек стал человеком, Тора, да, дана, в этот месяц Тору получил кто? Это обозначение Торы Яаков. У него был брат Эйсав. И Эйсав это антипод, да, это олицетворение зла, которое есть. И Эйсав следующий месяц у нас будет какой? Следующий месяц будет Тамуз. И следующий месяц будет Ав. Это два месяца, которые связаны с разрушением храма. То есть получение, человек получает Тору и становится духовным, начинает служить Богу. Тут же у него просыпаются самые низменные животные страсти, которые уже выражаются с невероятным интеллектуальным таким выражением. Да, только люди могут придумать газовые камеры, животные не могут придумать газовые камеры, в которых можно убивать детей. Но, то есть это все в этом мире идет такое, как, знаете, уравновешенное, да, одно напротив другого. Поэтому и близнецы тоже знак такой, одно напротив другого. Вот это я вчера узнал, очень интересно. Хорошо, а мы продолжаем изучать книгу, которая называется «Айом-Йом. Сегодня день». И сегодня нам Любавичский Ребе напомнил такую вещь. Значит, он нам напоминает, что, опять же, вначале идет про молитву. Идет вначале про молитву, и идут два совета, как именно нюансы произношения молитвы в субботу. Анна Бекох, есть такая молитва, произносит шепотом. Уфрос Алейну, расти над нами, произносит стоя. То есть он нам дает некие нюансы по молитве. Еще раз скажу, что нюансы по молитве, они очень важны. Особенно после того, как человек уже долго молится, и молится уже на автомате правильно. То есть тогда ему нужно очень сильно обращать внимание на нюансы. И через вот эти вот постоянные... как бы обращать внимание на нюансы, он опять возвращает свежесть и живость в свою молитву. Потому что если молиться на автомате, то там нет никакой живости. А вот если ты начинаешь... Я вот видел, как там Рав Зильбер, например, молится, да? Ну вот он каждую букву проговаривает, каждое слово, каждое ударение. То есть это все заставляет его быть все время в состоянии полной осознанности и внимания, а не так бубнить, как бубнят. Но на первом этапе нужно больше внимания вкладывать в то, чтобы в принципе молиться. Понятно, да? Хорошо. Теперь дальше говорит нам
Ребе рассказывает в этой книге о том, что в 1829 году, это очень интересно, это уже 200 лет назад почти, без там, 7 лет, почти 200 лет назад в субботу, значит, суббота приходилась на 5 Сивана, точно как в этом году. В этом году суббота тоже придется на 5 Сивана, а 6 Сивана это будет Шавот, то есть у нас будет в ближайшее воскресенье Шавот, день дарования Торы, праздник. Поэтому урока не будет, это как Шаббат праздник, да, Шаббат и Шавот, урока не будет. И он говорит, представьте, в 1829 году точно так же получилось. И он говорит, что был такой Ребе, это был второй Ребе Цемах Цедек, третий любачский Ребе Цемах Цедек. И он, значит, в Шаббат он сказал несколько маамаров. Маамар, это я вам уже говорил, у Ребе была такая как форма обучения, что он входил в состояние такого, сегодня бы сказали, в состояние транса, да, то есть он включался в какой-то свой внутренний мир, и он давал какой-то комментарий глубокий на какой-то отрывок из Торы, но это было вот то, что из него как раз выходило, называлось это маамар. И Ребе приводит, что вот он сказал, все маамары, которые он сказал, потом они вошли в книгу, которая называется, Ликутей Тора. И, значит, вот Ребе сказал, вот в этот день он сказал вот такой маамар. В Шавот в первый день он сказал такой маамар. В следующий день он сказал такой маамар, в следующий такой маамар. То есть, зачем мы сегодня это читаем? Если бы мы были такие профессионалы в Торе, настоящие, то мы бы с вами после урока 20 минут, который мы изучаем, мы бы открыли бы эти бы маамары бы все и посмотрели бы, что же там Ребе это сказал. То есть это было какое-то раскрытие Торы, очень глубокое, очень высокое, но так как мы в Торе уделили времени небольшое время, слава Богу, что уделили, слава Богу, что постоянно, слава Богу, что учимся, а не стоим на месте. Но маамары эти мы, конечно, я лично точно вряд ли прочитаю. Хотя стоило бы. Очень интересно, что там Цемах Цедек, третий любачский Ребе, говорил о подготовке в этот праздник. Дальше. Обретение неба на земле. Вот тут нам очень глубокая идея, которая актуальная. Да? То есть раввин из Канады изучал учение Ребе и выбрал 365 актуальных его идей, которые дают то, что называется небо на земле. То есть ты можешь почувствовать в нашей земной материальной жизни чуть-чуть вот этой вот высокой духовности неба. Значит, здесь он дает такую нам идею. Наибольший успех – это когда душа, отдалившая сама себя, возвращается. Это и есть выражение ее незакостенелости и ее глубины. Как бы далеко она ни отошла, в конце концов, она не может оторваться полностью. Качели с ребенком, оттолкнувшись, возвращаются. Чем сильнее их толкаешь, тем выше они возвращаются. Что имеется в виду? Значит, имеется в виду следующее. Вот есть душа. Душа святая. Душа – часть Всевышнего, она святая. Дальше душа входит в интеллект. Вначале и в интеллекте душа дает человеку возможность мечтать, видеть, думать, принимать решения. Дальше душа идет в дальше, и она превращается в руах. Руах – это намерение. То есть она дает человеку возможность хотеть, намереваться, действовать, желать, сильно желать. Да? Это тоже проявление души. Дальше душа проявляется нефеш, животная душа в теле. И когда человек что-то думает, решает сделать, и потом хочет это сделать, то его тело шевелится и делает. И даже когда человек спит, его тело все равно продолжает вот этой вот программной душой, да, которая оживляет тело. Тело поддерживается, все процессы идут и так далее. Пока, не дай бог, не сломается какая-то программка. Если она ломается, то у человека могут развиваться какие-то болезни, опухоли, что-то там работает, не работает. То есть раньше называли, когда человек заболевал, все называли душевные болезни. То есть все болезни тела, это были душевные болезни. Сейчас тоже есть целое направление такое в науке, называется психосоматика. То есть как психология переходит на тело. Но в принципе так оно работает, что вот эта вот животная душа, она управляется интеллектуальной душой, а это все, но есть душа-душа, которая часть Всевышнего. Теперь, когда человек, что здесь он нам говорит? Наибольший успех, когда душа, отдалившая сама себя, возвращается. То есть вот сидит человек, у него святая душа,
А он говорит, я сейчас буду, значит, займусь, не знаю, там, стану нудистом. Или там каким-нибудь идолопоклонником, не дай бог. Или просто буду заниматься в, ну, какими-то вещи, которые отдаляют душу от Бога, да, то, что запрещенное. И получается, что он как бы отталкивает свою душу от Всевышнего, от этого света, но в нем-то душа есть, какими бы грязными делами он ни занимался, в нем-то душа есть, и это все, как написано, «Айн руа», глаз видит, ухо слышит, все дела записываются в книгу. То есть это то, что на Востоке называют «создается карма». Он отталкивает его решением, он отходит от Всевышнего, отходит, но у него всегда есть возможность вернуться. И в какой-то момент, это известно, что если ты засовываешь пальцы в розетку, то в какой-то момент тебя ударит током. Если ты отдаляешься от Бога, то ты попадаешь в компанию злодеев, а злодеи, они тебя сами накажут. То есть там Всевышнему не надо ничего наказывать. Человек, который идет в опасное место, то опасность его найдет. Он сам туда пришел. Это не то, что Богу надо наказывать кого-то. Отдаляешься от Бога, попадаешь в опасное место. Попадаешь в опасное место, неизбежно тебя начинает косить страданием. И в этот момент человек, у него, он не хочет, он хочет убежать от страдания. Куда он убегает? К святости, ко Всевышнему. И вот это то, что здесь сказано. Наибольший успех – это когда душа, отделившая сама себя, то есть человек своим намерением ушел от Всевышнего, возвращается. То есть чем сильнее ты отдалился, тем сильнее тебя жахнет. Чем сильнее тебя жахнет, тем сильнее ты будешь бежать потом ко Всевышнему и молиться, и плакать. Боженька, спаси меня, Всевышний, я буду хорошим, буду все делать, все. Это так оно работает. И это обретение неба на земле, к сожалению, приходится идти через вот эти качели. И так оно было всегда, и так оно есть, и так оно и будет. Да. Вот. Благословляющий будет благословлен. Теперь мудрость Торы каждый день. Значит, в этой недельной главе нам рассказывается о таком грехе, как прелюбодеяние. Да, и ляжет кто с нею, и скроется это от глаз мужа. То есть, если жена изменяет своему мужу, и она изменила, да, с каким-то другим мужчиной, то вот здесь нам объясняется такая идея. Любой грех чудовищен, поскольку еврейский народ замужем за Богом. То есть, когда это сравнивается, вот это отношение, что когда еврейский народ изменяет Всевышнему, то это как измена замужней женщины. Это страшный грех, один из самых страшных. И это то, за что есть сразу наказание. То есть, именно можно делать какие-то вещи неправильные и так далее. Но самое страшное это сказать, что Бога нет, и нету правды, и нету добра, и нету зла, и вообще системы нет. Это самое страшное. Это вот именно почему это самое страшное. Это лишает человека возможности вернуться ко Всевышнему. Потому что если нет Всевышнего, если нет правды, если нет добра, куда же возвращаться? Если я согрешил, я сделал что-то неправильно, то тогда можно вернуться к правильному. Но если правильно нет, куда же вернуться? И это самое страшное наказание. Значит, полностью изменить Всевышнему – это страшное, да? Все. Теперь здесь давайте почитаем, это как-то выражено в тексте. «И сказал Бог Моше, говоря». Это мы сейчас читаем, недельная глава Насо. Значит, как в тексте написано. «И сказал Бог Моше, говоря». Дабер эль бней Исраэль, скажи сынам Израиля, ваамарта алеем, и скажешь ты им. Иш-иш, ки тисте ишто умала бо маль. Значит, всякий, чья жена совратится, явит неверность. Да. Теперь, почему написано два раза? Если иш мужу-мужу, если она изменит. То есть она дважды изменяет мужу и Всевышнему, потому что Всевышний сказал, что изменять нельзя. Значит, вот здесь Раша дает очень такой развернутый комментарий, дает нам устная Тора, развернутый комментарий, очень интересный, кстати. Чья жена совратится? Наши мудрецы учили, прелюбодеи совершают свой грех, когда находит на них дух безрассудства, дурь.
Как написано, ну, то, вот это слово «атисте», оно также в шоте, это ну, дурак, дурь, блажь, сумасшествие. Значит, написано так. «Прелюбодействующая женщина лишен разумения». В Мишле написано. Значит, в чем неверность? Ну, кто-то с ней ляжет в этот самый. Дальше написано. «Вешахав иш ота шехват зера». И человек с ней лег, и произошло у него исход семени. «И сокрыта будет от глаз мужа ее». И она утаилась и осквернилась, и свидетеля нет. «В эт эн ба ви ло нитпаса». Значит, свидетеля нет, никто ее не схватил, никто не видел. Она, значит, думает, ну все отлично, да? Скрылась. Что тогда? Что же тогда? Сейчас, секундочку. «Веавар алав руахкина». И на него найдет дух ревности. То есть тут очень интересно, это такая глубокая мысль, я сейчас вам расскажу одну вещь интересную. «Веавар алав руахкина вы кине эт и что?» И он начинает ее ревновать, подозревать. «Вы и нитма, о авар алав руахкина вы кине эт и что?» «Вы и ло нитма». А бывает, пишется здесь, что на него нашел вот этот дух ревности, но она-то не изменила ему. По факту-то мы не знаем. И что тогда? Что мы отсюда учим? Значит, мы отсюда учим две вещи. Первая вещь, что вот люди очень иногда люди говорят о своей интуиции. Вот я что-то чувствую, да, вот говорит человек, я чувствую. Есть у меня один знакомый есть, у него чуйка на все. Но его чуйка, она его подводит в 90% случаев. То есть, что у него чуйка, у него пока не получается. Значит, получается, что есть, вот прямо здесь нам Тора говорит, бывает, что действительно есть это понятие, как интуиция, что она изменила, и муж чувствует, накрыла его вот эта вот ревность, и она изменила. А бывает, его накрыла верность, и она не изменила. То есть, здесь нам Тора говорит, что с одной стороны бывает, что вот это работает, да, интуиция, а с другой бывает, что не работает. Теперь дальше. Что делать тогда? «Вэйви аиш это что эля коэн?» И приведет человек свою жену к священнику, коэну. «Вэйви эт карбана алея?» И он принесет жертву специальную за нее. Десятую какую-то меру ячменной муки. Значит, эту жертву приносят без масла и без, значит, воскурения. Почему? Потому что это приношение, оно напоминание о грехе. То есть это, знаете, есть жертвоприношения, которые такие радостные, а есть вот это жертвоприношение. Уже он пришел к ней, к священнику, говорит, я жену подозреваю. То есть уже испортились отношения. То есть даже если она не изменяла, уже ситуация проблемная. А может, она даже изменяла. Уже само по себе вот это не очень радостное событие. И когда начинаются в семье какие-то проблемы, какие-то ссоры и так далее, то это вообще очень плохо влияет на всех. На мужа и жену, на детей и так далее. Значит, «В икрив ута коэн, в имидалев нешем». Значит, и он принесет это жертвоприношение перед Богом. «В элаках акоэн маем к душим». И возьмет коэн святую воду. Сейчас мы узнаем. Святая вода. Святая вода, специальная вода. В специальном сосуде, в медном была. Значит, и, значит, он возьмет из этого медного посуда святую воду. И нальет в сосуд глиняный. И от праха, который на земле, возьмет священнослужитель пыли с земли и положит воду. Значит, «Веймит акоэн эта иша лифнешем», поставит он ее перед Богом.
Вепара этроша, роша иша, растрепает волосы. Она распустит волосы, должна распустить. Вот отсюда идет распущенная женщина, потому что у нее распущенные волосы. В то время и сейчас женщины, которые хотят подчеркнуть свою скромность и что они замужем, они покрывают, они ходят с покрытой головой. А тут она, значит, распустила она свои волосы и положит на ладони ее приношение памятное. Вот это вот жертву он положит, которое приложение из древности. И будет вода горькая, проклятие наводящее. Вот эта вода, где он разбавил вот эту пыль с пола храма, она называется вода горькая, проклятие наводящее. И слушайте дальше, что было. Сейчас прям самое интересное. Проклятие наводящее. В избия отакоен. Он сделает клятву. Он сделает клятву и скажет. Значит, если не лежал с тобой никто, и если не совратилась ты осквернением при муже твоем, невредима будешь от этой горькой воды, проклятие наводящее. Но если ты вати сатит, если ты совратилась при муже твоем, если ты осквернилась и дал кто-либо тебе возлежание, кроме твоего мужа, выизбия коэн это иша, бешват аэля, и он ее прямо этой клятвой, он ее, ну, как бы заклянет, и поставит Господь тебя для проклятия и для клятвы среди народа твоего, когда сделает Господь твое бедро опалым, а чрево твое вздутым. То есть смерть у нее будет такая, что у нее бедра куда-то опадут, а живот вздуется, и она умрет. Представляете? Женщина должна сказать «Амэнь». «Амэнь». И после этого напишет священнослужитель эти проклятия на свитке, сотрет их в горькую воду тоже. Напишет, потом сотрет и даст выпить женщине эту горькую воду. Представляете вообще, что это творится? И когда она выпьет эту воду, я сейчас пропускаю, даст ей выпить воды и будет. Если она осквернилась и нарушила верность мужу, то войдет вода, проклятие наводящее горечью, и вздуется чрево ее, и опадет ее бедро, и станет жена проклятием среди народа своего. А если не осквернилась она, и чиста она, то невредима будет, и семенем оплодотворится. Тогда у нее будет хорошее потомство, и будет у нее, наоборот, благословение, очень сильно будет у нее благословение на ее потомство. И... Значит, ну вот все, здесь мы закончили. Дальше там есть еще очень много интересного, но мы сейчас пока остановимся. Значит, сегодня очень длинный отрывок, почитайте его. Давайте мы с этим разберемся случаем. Есть целый трактат в Талмуде, называется Сота, который полностью разбирает все эти законы, всю эту ситуацию. Целый отдельный вот такой вот том в Талмуде, который все это подробнейшим образом разбирает. И что интересно, в нем 49 листов. И 49 листов как раз в Хабаде его читают, каждый день изучают один лист в 49 дней Омера. Каждый год изучают трактат Сота, вот именно в это время, когда как раз читают этот отрывок в Торе, в письменной Торе. И это очень важный отрывок. Я его не изучал, поэтому я не могу ничего сказать такого глубокого, но могу сказать, что вопрос этот очень важен. И что бывает ревность обоснованная, бывает ревность необоснованная. И этот вопрос прояснить настолько важен, что Всевышний даже дает целый отрывок в Торе, как прояснить этот вопрос, чтобы не было в нем никакого непонимания и не было в нем никакого подозрения и так далее. То есть это очень важный момент, чтобы были отношения в семье основаны на доверии и чтобы не было внутри них вот этого недоверия и ревности. Все, значит, а для этого должны женщины вести себя скромно, мужчины должны вести себя скромно и не давать повода для того, чтобы потом приходилось вот это все разъяснять. Все, дорогие друзья, желаю я всем нам, чтобы был у нас мир в душе, мир в семье, мир в мире в первую очередь. Я думаю, что от мира в каждом из нас зависит мир в мире. И чтобы Всевышний дал нам благословение в здоровье, в благополучии, в богатстве и в шломбайте, в семейной жизни. Все, удачи всем и успеха, и до завтра.